купаться и очень интересно пойдем плескаться. Это круто плавать в озере, лучше ничего практически не может быть. Тепло вверху, внизу холодно, тепло и холодно, да. И, кстати, там очень чистая вода. От нашего дома идти к озеру не длина. Как заходишь в воду вместо дна, блин, там пенопласт лежит в одном месте. Нам в этом озере купаться не тесно. На озеро, на автобусе мы ездим с ними туда. Автобус нам приезжал пока всегда. Yo.